Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Volkswagen Tiguan 2009 года выпуска, 2 литра, бензин. На этом автомобиле мы сегодня заменим масло в двигателе, воздушный фильтр двигателя, масляный и салонный. Ну, в процессе будет видно. На данный момент мы поднимаем автомобиль, снимаем у него защиту и смотрим, как нам удобнее там подобраться к пробочке. Чтобы не делать экспресс-замену масла, мы сделаем ее с помощью слива масла. Так больше масла сливается. Когда автомобиль приспособлен, вот как новые идут, у которых трубка прямо в поддон опускается, в нижнюю часть, там экспресс-замену удобно делать, потому что сливается полностью масло. Поднимаем автомобиль. Поднял автомобиль, снял защиту. Пробочка. Вот она, головочка здесь на 19. Да, масло грязное. Так, ну что, слилось у нас масло. Закручиваем на место пробочку. И смываем. Закручиваем защиту и опускаем автомобиль. Вот наш масляный фильтр. Колпака 6 многогранного у меня нет. Откручиваем крабиком. А здесь достаточно 2 полуоборота сделать. И все, фильтр у нас сорван. Новый фильтр будем использовать фирмы Mahle OC456. Вот такой вот фильтр. Берем. Смотрим, чтобы там уплотнитель старый не остался. Бывает, соскакивает. И закручиваем. Хотя возьмем сейчас резинку, здесь резинка не смазана, смажем ее. Смазали резиночку и устанавливаем. Все, фильтр закручиваем от руки. Дальше мы меняем воздушный фильтр. Здесь откручиваем вот эти саморезы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Крестовой отверткой. Открутил все саморезы, поднимаем корпус и вытаскиваем фильтр. Использовать фильтр будем фирмы СКТ, номер СБ-2117.
и закрываем крышкой. Также закручиваем все саморезы обратно. Так, ну что, все саморезы затянули. Теперь берем, заливаем масло. Масло будем использовать фирмы Castrol. 5.40. Оригинальный номер, если по заказу, 157B1C. Это 4 литра. А литровая получается 157B1B. 5.40. Здесь много грязи. Сейчас возьмем, продуем. Берем еще литр и выливаем примерно 400 грамм, потом заводим. Сейчас заведем, проверим. Масло стекет, уровень проверим, если что, добавим. Так, заглушили автомобиль, масло стекло, проверяем уровень. Вот получается оно в шкале. Здесь зернистое поле такое. В зернистом оно у нас практически до максимума. С обратной стороны посмотреть, это наклонено. Все, масло мы заменили, устанавливаем на место крышку. И меняем салонный фильтр. Фильтр у нас стоит с правой стороны под панелью. Здесь есть вот таких две клипсы. Мы их выкручиваем. Одну и вторую. Теперь поддеваем и снимаем вот этот пыльник. Вот она крышка. Сдвигаем крышку в бок. И аккуратно вытаскиваем фильтр. Грязи в нем много.
Новый фильтр мы будем использовать фирмы Filtron. Номер ведет его К1111А. Вот такой вот фильтр, тоже угольный. Достаем его. И устанавливаем. Здесь меняется он очень удобно. Если бы так менялись у всех автомобилей, было бы просто шикарно. Все. Ставим на место пыльник. Аккуратно его заводим. И закручиваем на место клипсы. Все, салонный фильтр мы заменили. На этом все. Фильтр мы в двигателе поменяли, воздушный поменяли, салонный поменяли, масло залили. Всего вам доброго!